Летняя Токийская Олимпиада – это какая-то бесконечная череда провалов. Намеченная еще на прошлый год из-за пандемии коронавируса, она была перенесена на этот. Ее главный организатор и режиссер были уволены из-за неуместных, абсолютно глупых, сексистских высказываний. А сейчас японцы буквально требуют вовсе отказаться от праздника спорта. В Японии богатая история неприятностей с Олимпиадой. Впервые принять игры столичный Токио должен был в 1940 году. Но тогда они не состоялись вовсе. Помешала Вторая мировая война, в которой японцы были союзниками нацистов. После войны Япония почти 20 лет шла к получению права на проведение Олимпиады и приняла игры в 1964 году. Тогда это был важный символический жест, дав японцам возможность принять главные спортивные состязания планеты, мир показал, что больше не считает их агрессорами и готов иметь с ними дело. Олимпиада, намеченная на 2020 год, совсем другое дело. Японцы в большинстве своем или отнеслись к проведению у себя новых игр равнодушно, или вообще отрицательно. Ведь это огромные траты, суета, толпы людей, шум, и все это непонятно для чего. В конце концов, жители Японии редко оказываются в числе призеров в олимпийских дисциплинах. Из-за коронавируса в 2020-м Олимпиада не состоялась. Ее перенесли на этот год, да еще и ужесточили правила участия в ней. Никаких иностранных болельщиков на трибунах, никакого тесного общения между разными сборными, минимум экскурсий и вообще любой неспортивной активности. Открыться игры должны 23 июля, но все больше людей в Японии, да и в остальном мире, считают, что Олимпиада в очередной раз будет перенесена, а то и отменена вовсе. Дело в том, что коронавирус до конца так и не побежден. В Токио прямо сейчас действует режим чрезвычайного положения из-за выросшей в разы заболеваемости. Власти уверяют, что ограничения должны быть сняты до конца мая, но медики сомневаются в этом. В Международном Олимпийском комитете признаются, что не гарантируют проведение Олимпиады и в этом году. А среди жителей японских островов растет оппозиция играм. По разным данным, от 60 до 65% японцев выступают за перенос соревнований или за их отмену. Проведение игр в этом году поддерживает лишь около трети граждан страны. Петиция к правительству с требованием не проводить Олимпиаду набрала 200 тысяч подписей за считанные часы. Ее авторы указывают, что приезд в Токио тысяч спортсменов со всего света неминуемо приведет к новой, возможно, небывалой прежде волне эпидемии. Медсестры грозят бойкотом. Организаторы хотят привлечь не меньше 500 сестер для работы на соревнованиях, но те уверяют, что не покинут своих пациентов в больницах ради необязательного праздника спорта, который вполне можно перенести на время, когда коронавирус будет побежден. Олимпиада внезапно стала главной политической темой. Глава японского правительства Йосихиде Суга был вынужден буквально оправдываться перед депутатами парламента, когда оппозиция обвинила Кабмин в пренебрежении национальными интересами ради проведения игр. Премьер сказал, что не считает Олимпиаду чем-то, без чего нельзя обойтись, и пообещал перенести игры, если не будет обеспечена стопроцентная безопасность. Судя по статистике, а в Японии самая большая смертность от коронавируса в Восточной Азии, больше 10 тысяч погибших и всего 2% населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Так вот, судя по этой статистике, Олимпиады в этом году, скорее всего, снова не будет, даже без иностранных зрителей.